С 26 по 29 апреля на территории области проходило республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За это время проведения по области было зарегистрировано 68 преступлений, в дежурные сутки раскрыто 42 преступления. Также раскрыто 24 ранее совершенных преступления, задержано 4 человека, находившихся в розыске. Выявлено 4 факта за хранение наркотиков, 7 случаев ношения незарегистрированного огнестрельного оружия и 135 фактов ношения ножей. Так, сотрудниками Тимирского районного отдела полиции в одном из хозяйств у пастуха изъято незарегистрированное двухствольное охотничье ружье. По данному факту проводится расследование. Также выявлено 1211 нарушений правил дорожного движения. В том числе 28 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения. 343 человека превысили скорость, 27 раз выезжали на встречную полосу движения.